Гол! 1-0! Soul China! Что это такое сейчас было? 20 минут, друзья, Ювентус атаковал. На 21-й забили ребята из Гонконга. 1-0, хозяева впереди. Чан Сюки, по-моему, 7-й номер его. Все поздравляют. Вот, да, первый раз действительно мяч оказался в штрафной и неудачно сыграл вратарь, но Ки на самом деле очень там хорошо убрал под себя, убрал защитника, и пока ворота были пустые, успел пробить. Ну как пустые, там два защитника стояло, но вратаря не было. Давайте еще раз посмотрим. Это стандарт, причем вот что странно, да, то есть... Тут Бенати и Нета совершенно друг друга не поняли, помешали. По-моему, Бенати так и не поднялся. Там все в порядке-то вообще с защитником марокканским. Вот такой заброс, и вот здесь получает Бенати от своего вратаря. В общем, перепутал Бенати с мячом Нета и врезал тому. Ну, а дальше там Ругани пытался достать мяч уже на ленточке ворот. Да, действительно, Хан Сюки забивает гол за Саут Чайну. Неожиданно.